За криминальное использование рабочего инструмента отправится в колонию Александр Вареников, мастер-краснодеревщик из поселка Визябыш Карткировского района. В конце февраля этого года пенсионера арестовали по обвинению в убийстве сыктывкарца, который приехал к нему в гости вместе с женой. Тот был сыном его лучшего друга, похороненного на местном кладбище. Изначально они, получается, приехали-то на кладбище. Ходили там, видать, родственники-то похоронены. Получается, они приехали в поселок Визябыш, сходили на кладбище и уже остались ночевать у Вареникова. Вот. Получается, там застолье, распитие и произошел конфликт. Роковая ссора между собутыльниками разгорелась из-за женщины. После драки с гостем хозяин пошел за топором в свою мастерскую. Размер топора примерно такой или больше, меньше? Поменьше. Поменьше? Такой. Вот такой. Ага, топорик небольшой был. Покажите, где этот топор лежал. Возле синего ведра. Там. Ну, здесь, получается, занимаетесь резко по дереву, да? Да, резко по дереву. Вот там у вас шахматы, смотрю, красивые. Да, там. Куда вы носили удар, помните? Нет. Не помните? Нет. После нескольких ударов обухом по голове мужчина упал на пол. Добил лежачего Александра уже специальным резаком для обработки дерева. В результате полученных травм сыктывкарец скончался на месте. Задержанный пенсионер, кстати, уже судимый за убийство. Отрицать вину не стал, хотя крайне смутно помнил, как наносил удары. Карткировский суд приговорил рецидивиста к 8 годам колонии строгого режима.